9 августа в Северском районе произошло массовое ДТП с 4 погибшими. Водитель Honda Accord, двигаясь из Краснодара в Новороссийск, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ладой Ларгус», после чего третий участник аварии, управляя автомобилем ВАЗ-2114, въехал в «Ладу Ларгус». В результате аварии погибли 34-летний водитель иномарки, а также 54-летний водитель «Лады Ларгус» и его два пассажира – 50-летняя женщина и 14-летний подросток. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не пострадал. Хочу обратить ваше внимание на то, что участником происшествия явились жители Северского и Абинского районов, которые знали особенности данного участка дороги. Однако из-за грубого нарушения правил дорожного движения, а именно выезда на встречную полосу движения, трагического финала избежать не удалось. Госавтоинспекция Северского района напоминает всем участникам дорожного движения о недопустимости выезда на полосу встречного движения, соблюдении скоростного режима и об обязательном применении ремней безопасности.